Из этого данный случай избрания меры пресечения в отношении подозреваемого суд находит исключительным. Вместе с тем судом не принимается во внимание указание в ходатайстве о возможности продолжения подозреваемым преступной деятельности, так как такие данные отсутствуют и суду не представлены. Судом учитываются данные о личности Бунина, его возраст, состояние здоровья, а также состояние здоровья близких родственников, семейное положение, наличие постоянного места жительства. Однако данные обстоятельства не препятствуют избранию в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд находит невозможным избрание Бунину иной, более мягкой меры пресечения, поскольку это не может явиться гарантией тому, что подозреваемый не примет мер к созданию условий, препятствующих эффективному производству по уголовному делу. Каких-либо обстоятельств, действующих о наличии противопоказаний к содержанию Бунина под домашним арестом, судом не установлено. Учитывая изложенное, суд находит возможным избрать подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста и считает необходимым удовлетворить ходатайство органов следствия об избрании данной меры пресечения, что не позволит Бунину воспрепятствовать проведению предварительного расследования. На основании изложенного руководства статьями 107, 108 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации суд постановил избрать в отношении подозреваемого Бунина Дмитрия Анатольевича меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, то есть до 21 октября 2018 года включительно. Запретить ему выход за пределы жилого помещения, в котором он будет находиться под домашним арестом по адресу город Саратов, участникам судебного разбирательства постановления. Понятно? Да. Подозреваемым. Понятно вам постановление? Да. Вам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Срок обжалования данного решения. Ясен? Да. В случае несогласия с решением вы можете обжаловать данное решение в вышестоящий суд, то есть Саратовский областной суд в апелляционном порядке. Есть вопросы? Нет. На этом судебное заседание является закрытым. Признаете себя виновным вообще? Просто меня нет. Комментариев не будет. Не будет комментариев, да?